Домик в Коломне. Четырехстолбный ямб мне надоел. Им пишет всякий, мальчикам в забаву, пора б его оставить, я хотел давным-давно приняться за октаву. А в самом деле, я бы овладел с тройным созвучием, пущусь на славу, ведь рифмы запросто со мной живут, две придут сами, третью приведут. А чтобы им путь открыт широкий и вольный, глаголы тотчас им я разрешу. Вы знаете, что рифмой на глагольной гнушаемся мы. Почему, спрошу? Так писывал шахматов богомольный. По большей части так и я пишу. К чему, скажите, уж и так мы голы. Отныне в рифмы буду брать глагол. Не стану их надменно браковать, как рекрутов, добившихся увечья, или как коней за их плохую стать, а подбирать союзы до наречия, из мелкой сволочи вербую рать. Мне рифмы нужны, все готов сберечь я. Хоть весь словарь, что слог, то и солдат, все годны в строй. У нас ведь не парад. У нас война. Красавцы молодые, вы хрипуны. Но хрип ваш приумок. Сломали львы походы боевые, видали в Персии шевранский полк. Уж люди, мелочь, стриги кривые, а в деле всяк из них, что в стаде волк. Все с ревом так лезут в бой кровавый. Шерванский полк могу сравнить с октавой. Поэты юга, вымыслов отцы, каких чудес с октавой не творили. Но мы, ленивцы, робкие певцы, на мелочах и мы рифму заморили. Могучие нам чужды образцы, мы новых стран себе не покорили. И ваших дней, изнеженный поэт, чуть смыслить свой уравнить куплет. Но возвратиться все ж я не хочу. Четыростолбным ямбом, мере низкой, се гекзамером, а сим я не шучу, он мне не в мочь, а стих александрийский. Уж не его ль себе я залучу, извилистый, проворный, длинный, слизкий, и с жалом даже точная змея, мне кажется, что с ним управлюсь я. Он нянчень был мамкой недурой, за ним смотрел степенный Буало. Шагал он чинно, стянут был цензурой, попудренный носики назло, растрепан он свободной цензурой. Учение не впрок ему пошло. Хьюго с товарищи друзья натуры его гулять пустили без цензуры. О, что б сказал поэт-законодатель, гроза несчастных мелких рифмачей! И ты, Расин, бессмертный подражатель, певец влюбленных женщин и царей, и ты, Вольтер, философ и ругатель, и ты, Делиль, Парнасский муравей, что бы вы сказали сей соблазн увидя? Наш век обидел вас, ваш стих обидя. У нас его недавно звали, стали знать. Кто первый? Можете у телеграфа спросите хорошенько все узнать, он годен, говорят, для эпиграфа. Да, можно им порою украшать гробницы или мрамор кинотафа. До наших мод, благодаря судьбе, мне дела нет, беру его себе. Ну, женские и мужские слоги, благословясь, попробуем, слушай. Равняйся, вытягивайте ноги и по три в ряд в октаву заезжай. Не бойтесь. Мы не будем слишком строги. Держись вольней и только не плашай. А там уж привыкнем, слава богу, и выйдем на ровную дорогу. Как весело стихи свои вести под цифрам в порядок, строй за строем, не позволять им в сторону брести, как войску в пух рассыпанному боем. Тут каждый слог замечен и в чести. Тут каждый стих глядит себе героем, а стихотворец, с кем же равен он? Он Тамерлан или сам Наполеон? Немного отдохнем
на этой строчке, что перестать или пустить на «п»? Признаться нам, я в пятистопной строчке люблю цензуру на второй стопе. Иначе стих то в яме, то на кочке, и хоть лежу теперь на канапе, все кажется мне, будто в тряском беге по мерзлой пашне мчусь я на телеге. Что за беда? Не все же гулять пешком по Невскому граниту или на балет? Лощить паркет или скакать верхом в степи киргизской, поплетусь-ка далее, со станции на станцию шашком, как говорят о том оригинале, который, не кормя на рысаке, приехал из Москвы к Неве-реке. Скажу, рысак, парнасский иноходец, его не обогнал бы, но пегас стар, зуб уж нет, им вырытый колодец и сох, порос крапивы парнас. В оставке Феб живет, а хороводит старушек муз уж не прельщает нас. И табор свой с классических вершинок перенесли мы на толкучий рынок. И там себе мы возопили в грязи. Торгуемся, бронимся так, что любо. Кто в одиночку, кто с другим в связи, кто просто врет, кто врет еще сугубо. Но муза никому здесь не грози, не то тебя прижмут довольно грубо, и вместо лесной общей похвалы поставят в угол северной пчелы. Иль нагло, бездравственной, мышурной тебя в Москве журналы прозовут, или газетой литературной ты будешь призвана на барский суд. Ведь ныне время споров, брани бурной, друг на друга словесники идут, друг друга режут и друг друга губят, и хором про свои победы трубят. Блажен, кто издали глядит на всех, и рот зажав смеется то над теми, то над другими, вверх земных утех, из-за угла смеяться надо всеми. Но сам в толпу не суйся, или смех плохой уж выйдет, шутками одними тебя как шапками и враг, и друг, соединясь, все закидают вдруг. Тогда давай. Вот ноги. Потому-то здесь имя подписать я не хочу. Порой я стих повертываю круто. Все ж видно, не впервой я им верчу. А как давно, того и не скажу-то. Ни критиков я жду, не свищу. Как древний богатырь, а как наеду, что ж, поклонюсь и приглашу к обеду. Покамест можете принять меня за старого обстрелянного волка, или за молодого воробья, за новичка, в котором мало толка. У вас в шкафу, быть может, мне, друзья, отведена особенная полка. А может быть, впервой хочу послать свою тетрадку в мокрую печать. Ах, если бы меня под легкой маской никто в толпе забавной не узнал, когда бы за меня своей указкой другой строгий критик пощелкал. Уж что-то б неожиданной развязкой я все журналы после взволновал. Но полно. Будет ли такой мне праздник? Нас мало, не укроется проказник. А вероятно, не заметят нас, меня с октавами моими купно. Однако ж, изм пора, ведь я рассказ готовил, а шучу довольно крупно. И ждать напрасно заставляю вас. Язык мой, враг мой, все ему доступно. Он обо всем болтать себе привык. Фригийский раб на рынке, взяв язык, сварил его у господина копа, коптят его. Изоп его потом принес на стол. Опять, зачем изопа я вплел с его вареным языком в мои стихи? Что вся прочла Европа, нет нужды вновь беседовать о том, на силу-то рифмач я безрассудный отделался от сей октавы трудной. Усядьте, муза, ручки в рукава, под лавку ножки не вертись, резвушка. Теперь начнем. Жила-была вдова, тому лет 8 бедная старушка. С одной дочерью у покрова стояла их смиренная лачушка, за самой будкой. Вижу, как теперь. Светелку, три окна, крыльцо и дверь.
Три дня тому туда ходил я вместе с одним знакомым, перед вечерком. Лачушки этой нет уж там, на месте я построен трехэтажный дом. Я вспомнил о старушке, о невесте, бывало тут садивших под окном. А той поре, когда я был моложе, я думал, живы ли они? И что же? Мне стало грустно. На высокий дом глядел я косо. Если в эту пору пожар его бы охватил кругом, то моему бы озлобленному взору приятно было пламя. Странным сном бывает сердце полно. Много вздору приходит нам на ум, когда придем одни или с товарищем вдвоем. Тогда блажен, кто крепко словом правит и держит мысль на привязи свою, кто в сердце усыпляет или давит мгновенно прошипевшую змею, но кто болтлив, того молва прославит вмиг извергом. Я вот и лето пью, мне доктором запрещена унылость. Оставим это, сделайте мне милость. Старушка, я столько раз видал точь-в-точь в картинах Рембрандта такие лица, носила чепчик и очки. Но дочь была ей-ей прекрасная девица, глаза и брови темные, как ночь. Сама была нежна, как голубица, в ней вкус был образованный. Она читала сочинения Эмина. Играть умела также на гитаре и пела «Стонет сизый голубок, и выдуль я, и то, что уж постаре». Все, что у печки в зимний вечерок, или скучной осенью при самоваре, или весною, обходя лесок, поет уныло русская девица, как музы наши грустная певица. Фигурно или буквально всей семьей, от ямщика до первого поэта, мы все поем уныло. Грустный вой, песня русская, известная примета, начав за здравие, за упокой сведем как раз. Печалью согрета гармония и наших муз, и дев, но нравится их жалобный напев. Параша, так звалась красотка наша, умела мыть и гладить, шить и плесть, всем домом правила одна параша. Поручное было счет и весть, при ней варилась гречневая каша. Сей важный труд ей помогала ней стрепуха Фёкла, добрая старуха, давно лишённая чутья и слуха. Старушка-мать, бывала под окном сидела, днём она чулок вязала, а вечером за меленьким столом раскладывала карты и гадала. Дочь между тем весь обегала дом, то у окна, то на дворе мелькала, и кто бы ни проехал или не шел, всех успевал видеть зоркий поп. Зимою ставни закрывались рано, но летом до ночи растворено все было в доме. Бледная Диана глядела долго девушке в окно. Без этого ни одного романа не обойдется, так заведено. Бывало, мать давным-давно храпела, а дочка на луну ее еще смотрела. И слушала мяуканье котов. По чердакам свиданий знак нескромный, до стражи дальний крик до бой часов и только. Ночь над мирною Коломной тиха отменно. Редко из домов мелькнет две тени. Сердце девы томной ей слышать было можно, как оно в упругое толкалось полотно. По воскресеньям летом и зимою вдова ходила с нею к покрову и становился перед толпою у клироса налево. Я живу теперь не там, но верную мечтою люблю летать, заснувши наяву, в Коломну, к покрову, и в воскресенье там слушать русское богослужение. Туда, я помню, ездила всегда графиня. Звали как, не помню право. Она была богата, молода, ходила в церковь с шумом величаво, молилась гордо, где была горда. Бывало, грешен, все гляжу направо, все на нее. Параша перед ней казалась бедной еще бедней. Порой графиня на нее небрежно бросала важный взор свой, но она молилась Богу тихо и прилежно, и не казалась им развлечена. Смирение в ней изображалось нежно, графиня же была погружена в самой себе,
волшебстве моды новой, в своей красе надменной и суровой. Она казалась хладный идеал тщеславия. Его бы вы в ней не узнали, но сквозь надменность эту я читал иную повесть, долгие печали, смиренье жалоб. В них-то я вникал невольный взор, они-то привлекали, но это знать графиня не могла и верно в список жертв меня внесла. Она страдала, хоть была прекрасна и молода, хоть жизнь ей отекла в роскошные неги, хоть была подвластна фортуной, хоть мода ей несла свой эфеман, она была несчастна, блаженстве сто крат ее была. Читатель новый, знакомка ваша, простая, добрая моя параша. Коса змеей на гребне роговом, из ушей змеей кудри русы, косыночка крест-накрест или узлом, на тонкой шее восковые бусы, наряд простой, но впредь и я окном. Все ж ездили гвардейцы черноусы, и девушка прельщать умела их без помощи нарядов дорогих. Меж ними, кто я был сердцу ближе, или равна для всех она была душою холодна, увидим ниже. Покамест мирно жизнь она вела, не думая о балах, о Париже, не о дворе, хоть при дворе жила я сестра двоюродная, Вера Ивановна, супруга гоффурьера. Но горе вдруг их посетило дом. Стрепуха, возвратясь из бани жаркой, слегла. Напрасно чаем и вином, и уксусом, и мятной припаркой ее лечили. В ночь перед Рождеством она скончалась. С бедной кухаркой они простились. В тот же день пришли за ней и гроб на Охту отвезли. Об ней жалели в доме всех же более кот Васька. После вдовушка моя подумала, что 2-3 дня не доли жить можно без кухарки, что нельзя предать свою трапезу Божьей воле. Старушка кличет дочь. Параша! Я! Где взять кухарку? Осведай у соседки, не знает ли, дешевые так редки. Узнаю, маменька. И вышла вон. Закутавшись, зима стояла грозно, и снег скрипел, и синий небосклон безоблачен, в звездах сиял морозно. Вдова ждала Парашу долго, сон ее клонил тихонько, было поздно, когда Параша тихо к ней вошла, сказав: «Вот я кухарку привела». За нею следом, робко выступая, короткой юбочкой принарядясь, высокая собой не дурная, шла девушка и, низко поклонясь, прижалась в угол, фартук разбирая. «А что возьмешь?» — спросила, обратясь старуха. — Все, что будет вам угодно, — сказала та смиренно и свободно. Вдове понравился ее ответ. — А как зовут? — Амарвой. — Ну, Мавруша, живи у нас, ты молода, мой свет, гоняй мужчин. Покойница Феклуша служила мне в кухарках 10 лет, ни разу долго чести не наруша. Ходи за мной, за дочерью моей, усердно будь, присчитывать не смей. Проходит день, другой. В кухарке толку довольно мало. То переварит, то пережарит, то с посуды полку уронит, вечно все пересолит. Шить сядет, не умеет взять иголку, ее пронят, она себе молчит. Везде, во всем уж как-нибудь подгадит. Параша бьется, а никак не сладит. Поутру, в воскресенье, мать и дочь пошли к обедне. Дома лишь осталась Мавруша. Видите ли, у ней всю ночь болели зубы, чуть жива таскалась. Корицы нужно было натолочь, пирожные испечь она сбиралась. Ее оставили. Но в церкви вдруг на старую вдову нашел испуг. Она подумала, в Мавруше ловкой зачем к пирожному припала страсть? Пирожница ей-ей глядит плутовкой. Не вздумала ли она нас там покрасть, да улизнуть? В
Вот будем мы с обновкой для праздника. Ах ти, какая страсть! Так думая, старушка обмирала. И, наконец, не вытерпев, сказала: «Стой тут, параша, я схожу домой. Мне что-то страшно». Дочь не разумела, чего ей страшно. С паперти долой чуть-чуть моя старушка не слетела. В ней сердце билось, как перед бедой. Пришла в лачушку, кухню посмотрела, Мавруши нет. Вдова к себе в покой. Вошла, и что же? О, Боже, страх какой! Пред зеркальцем параша, чинно сидя, кухарка брилась. Что с моей вдовой? Ах, ах! И шлепнулась. Ее увидя, та в торопях с намыльной щекой через старуху, вдовью часть обидя, прыгнула в сени прямо на крыльцо, да ну бежать, закрыв себе лицо. Обедня кончилась, пришла параша. Что, маменька? Ах, Пашенька моя, Мавруша! Что, что с ней, кухарка наша? Опомниться досель не в силах я. За зеркальцем вся в мыле. Воля ваша, мне право ничего понять нельзя. Так где же Мавруша? Ах, она разбойник. Она здесь брилась, точно мой покойник. Параша закраснелась или нет, сказать вам не умею. Но Маврушке с тех пор, как не было, простыл и след. Ушла, не взяв в уплату ни полушки и не успев наделать важных бед. У красной девушки и у старушки кто заступил Маврушу? Признаюсь, не зведаю и кончить тороплюсь. Как? Разве все тут? Шутите? Ей-богу. Так вот куда октавы нас вели? К чему ж такую подняли тревогу, скрикали рать и с похвальбою шли? Завидную ж вы избрали дорогу. Ужель иных предметов не нашли? Да нет ли хоть у вас нравоучения? Нет, или есть. Минуточку терпения. Вот вам мораль. По мнению моему, кухарку даром нанимать опасно. Кто ж родился мужчиною, тому рядиться в юбку странно и напрасно. Когда-нибудь придется же ему брить бороду себе, что не согласно с природой дамской. Больше ничего не выжмешь из рассказа моего. Александр Сергеевич Пушкин. Домик в Коломне. Без цензурных выдержек. 1830 год.